дальше. Ночь, как чулок с бедра, оседает с высоток, чтобы свернуться гуще в чашке кофе у девушки. Раз в 3 минуты лгущий бармену за стойкой, что ей пора. И, как правило, остающийся до утра. Ее еле хватило на всю чудовищную длину этой четверти. Жаль, уже не исправить троек. Каждый день кто-то прилепляет к ее окну мир, похожий на старый выцветший полароид. С места взрыва и тот, кто клялся ей, что прикроет, оставляет и оставляет ее одну. Миша, считаю, иногда она столько пьет, что перестает ощущать отчаяние или голод. Слышит скрежет, с которым ты измельчаешь лед. Звук, с которым срывается в небо голубь. Гул, с которым садится во внуковый самолет. Вещи, для которых все еще нет глаголов. Мама просит меня возвращаться домой до 2. Я возвращаюсь после 7-го в виски в этом внутреннем поезде. Воздух горячий и сух, если есть пункт прибытия, путь до него не близкий. Иосиф Бродский сидит у меня в купе, переводит дух с яростного русского на английский. Там, за баром, укрывшись, спрятав в ладони нос, мальчик спит в драных джинсах, худ, как военнопленный. В этом городе, устаевший от летних гроз, был бы Бог милосерд, заливал бы монтажные пены. Рассчитай меня, Миша. Меня и мой постепенный, обстоятельный, предрассветный хмель.